Ниндзя! В своей панической адреналиновой атаке Михаил расстрелял существо, и только сейчас до вас дошло, что такого дерьма с вами еще никогда не происходило. Самые ужасные переживания в вашей жизни, если не считать рождения, которого вы не помните. Поэтому, пожалуйста, бросьте панику. У меня стресс 2 все еще получается, и я кинул 11. У меня 18, вы говорили, 37 я кинул. У вас двоих все хорошо. Так, солдат. У меня было 15, я кинул 11. А, в смысле, 0-1. Это плохо. В результате этой стрессовой ситуации ты, во-первых, получаешь еще один стресс. Единичку. Немного. Вот. Но на следующие часы, в нашем случае это до конца нашей игры, ты должен будешь проходить fear save, ну, спас-бросок по страху, каждый раз, когда ты вовлечен в драку. Или, ну, в какие-то такие события. Вот. И если ты его не пройдешь, ты как бы получаешься... Тебя застали врасплох. Ты короче, просто в ужасе того, что произошло. Никак ты не ожидал, что император допустит такие вещи. Ладно. Да. Ну, ладно. Все взяли себя в руки, насколько смогли. И, я полагаю, вы направляетесь в каюту капитана. Да, идем в каюту капитана, потому что мы бомжами, если что, останемся, если ничего не увидим. Короче, забираем сраный спутник, если можем забрать, и... Да, и сваливаем отсюда. Да. Вы являетесь в каюту капитана и видите, что это комната очень аскетичного убранства, которая разбавлена только парой вещей из, ну, из какой-то личной жизни капитана. А именно пепельницей на столе какого-то совершенно дешманского неприглядного вида. И стеклянный нож висит, который на стене, и по которому не совсем можно сказать, оружие это или нож для бумаг. Вот. Здесь есть отдельный туалет и душ. И рабочее место с терминалом. Ну, стол, стул, кресло и терминал. А кроме того, шкафчик оружейный, напоминающий сейф. Так, а давайте я, значит... Ну, кто-то посмотри там, пожалуйста, в ящички. Это, инженер, заделаю вентиляцию. Я не хочу, чтобы второй раз на меня оттуда что-то свалилось. Да, давайте заделаем вентиляцию. А я и дверь тоже, если можно, заклинь. Не надо. Я, короче, становлюсь так, чтобы... Ну, видимо, там как... коридор, по которому мы пришли, потом стол... И потом, собственно, можно за столом встать так, чтобы, типа... Там дверь, Лёх. Контролировать этот... Ну да, проход. Сквозь дверь. Он имеет в виду, что он хочет встать за столом так, чтобы целиться в сторону двери. Я понимаю. Из которой мы пришли именно. Я так встаю и, собственно, целюсь. Потому что кто его знает, что происходит. Так. Хорошо. Денис, что ты предпринимаешь? Давайте всё-таки заделаем чёртову дырку. Бережённого императора бережать. Да. Ага. Ты заливаешь пенопистолетом, пена практически моментально твердеет, и становится очевидно, что ни воздух, ни что-либо еще сюда уже не попадет. Но только через вскрытую дверь. Так, и терминалом иду заниматься. Я могу этот... Не, я к Денису обращаюсь. Дверь заклинить тоже можешь? Зачем? Чтобы они не вошли сюда. Они перемещаются. А мы как выйдем? Тут же вторая дверь. Ты вроде умный, да? Умник. Это уже другие вопросы. Нет, давай тут без этого самого. Давай, думай сначала. Ты вон короче, тогда какой. Держи, тогда держи дверь. В смысле держи? Я и так ее на прицеле держу. А дверь вообще, кстати, закрывается? Она именно в смысле как-то фиксируется? Или она просто типа вправо-влево ездит и все? Та, которую вы пытались открыть, дверь, ты имеешь в виду? Да, та, которую вы пытались открыть, на данный момент просто ездит вправо и влево, поскольку замок в ней был прострелен, и она была заклинена изнутри чем-то упавшим. Тогда просто, ну, типа, надо ее заклинить обратно. Вы что, с ума сошли, типа? Просто прикрыть ее, это будет достаточно. Ты закрыть и давай ее так же заклиним, как она была заклиненная. Рук. Я не понимаю, вы что, психи? Просто давайте просто закроем. Чем-то, да, подпереть ее, чтобы они смогли открыть, как мы не могли ее открыть давайте, до этого. Давай. До добра это не доведет. Так, дайте мне заняться этим терминалом.
Вы заклиниваете дверь, Денис занимается терминалом. Как ни странно, терминал не приходится вскрывать, он даже не на пароле. Ты получаешь доступ в терминал. Там есть папка «Гуляй, рука»? В нем есть несколько директорий, с помощью которых можно добиться разных вещей. Первое. Ты видишь какие-то отчеты по каким-то кораблям. Кинь, пожалуйста, интеллект. Так, 38. О, отлично. Ты смотришь на эти отчеты и такой, так, что-то с этими отчетами не так. Явно составлены не по стандартной форме. Ты на кораблях много работал и видел, как эти отчеты составляются. Вот. В отчетах говорится о разгрузках и загрузках, топливу и содержании каких-то кораблей. Непонятно каких, не указано ни их названий, ни никаких номеров, ничего. И, в общем-то, из текста становится ясно, что некие космические суда использовали местный карьер как верфь, перевалочный пункт и даже, возможно, убежище от властей. Нам есть куда эту информацию, типа, скопировать? Да, вы можете скопировать эту информацию на свои дата-планшеты. Дальше. Следующая возможность, которую предоставляет вам терминал, это возможность посадить летающий вокруг планеты зонд на специальную площадку в одном из дворов колонии. Это могу я это сделать? Или Денис, типа... Там кнопку нажимаешь, он садится, что ты начинаешь? Это простое действие? Примерно... Да, примерно так и есть. Ладно. А где эти дворы? Я полагаю, Денис, ты сажаешь зонд, правильно? Да. Да, Денис сажает зонд, и есть некое подобие цифровой карты, по которой вы видите, как зонд движется, и движется он в нужном направлении, и, очевидно, собирается садиться. А пока это происходит, ты обращаешь внимание на третью директорию, в которой написано, что есть возможность открыть некий подземный склад. Подземный склад какой-то. Да. Открыть или не открывать? Я думаю, что это плохая идея. Берем нахрен дрон и улетаем. А мы вообще видим? Мы видим вообще, что происходит там у Дениса или как? Я смотрю, если вы смотрите в экран, то видите. Наверное, да, да. Хорошо, ты интересуешься, Михаил, тем, что делает Денис? Я, ну да, я смотрю, что он делает, но я тоже за то, чтобы склад не открывать. Слишком уже обоссаться уже можно было много раз. Хорошо. Вы дожидаетесь, пока дрон усядется на свое гнездо. Вот он готов к тому, чтобы его грузили. Предлагаю шмонать всю комнату на предмет хоть чего-то ценного и валим отсюда. Скопировать данные. А? Скопировать вы скопировали данные? Да. Угу. Сейф там есть, говорят. Сейф и нож какой-то сувенирный. Да нож-то хрен с ним, вон. Может, похрен, может, загоним. Может, оружие в сейфе есть, ну. Ну да, но проверяем сейф в любом случае. Вы не можете открыть сейф, поскольку на нем есть кодовый замок. Вы не знаете кода. Нигде в комнате вы его не нашли. И сейф, ну, невероятно крепкий. А, локпик сет не дает ничего, да? Давай локпик сет, давай. Так, локпик сет к чему? Я так думаю, что это, скорее всего, mechanical repair. Mechanical repair — это mechanical repair к чему? Тоже 10. Да, с плюс 20 интеллект. Интеллект плюс 20 это 58. А вообще, слушай, по скорости кидай. Это же, ну, по большому счету, ловкость скорее, чем... Там 68, короче. А по скорости тогда, да. Скорость 78. Прошел, да? Тебе удается с помощью своего локпиксета вскрыть замок. Ты страшно доволен собой. Страшно. Да, поэтому ты накапливаешь одно очко resolve, решимости. Руки-то помнят. Ты открываешь сейф, и, мама моя родная, ты видишь, что сейф содержит в себе дробовик, а дальше действительно интересные вещи. Силовой меч и инферно-пистолет. И все это с инквизиторской символикой.
Так, блин, я предлагаю нахрен не брать это. До последнего момента все было хорошо. Да, да, да. А может, ты инженер, может, это спилишь, это так вилло туда? Да, я тебе спилю, как вилло, богохульник. Так, давай я это... Ну, мало ли что, мы столкнемся. Слушай, так еще императору послужим. Давай разберем. Не-не-не, это же инквизиторское дерьмо. Лучше это не брать. Да в смысле не брать? Слушай, вот на тебя напрыгнет какая-нибудь херня. Ты что, давай... будешь говорить, что ты отбиваешься от нее кулаками, потому что не взял инквизиторскую, типа, шашку? Нет, давай, давай возьмем и выкинем перед кораблем, если что. Как говорила моя мама, тебя бошку отрубят, ты не балуй. Короче, не, берем и выкидываем перед кораблем, все в порядке. Если не пригодится, да, или закопаем где-нибудь, или выкинем, но что сейчас-то? Или ты такой быстрый со своей, вон это, ловко так это вскрыл, может, ты еще и можешь вскрыть сразу тут на улицу все, чтобы мы просто быстро добежали до спутника, забрали его и улетели, раз ты такой быстрый, а? Что вы будете делать с этим? Вы это не продадите, ничего не делаете. Да выкинем, выкинем, чтобы отбиваться, если что. Вдруг тут твари еще эти есть. Да, ты умеешь махать мечом силовым? В общем, у меня есть комбо-тренинг так-то. Мне кажется, ты скорее всего ногу отрежешь, чем... Ну, если мили-то лет... Или мне! Короче, я устал это слушать, как минимум забираю дробовик оттуда. Дробовик? Он заставляет меньше целиться, как минимум. Согласен. Окей. А ферник, может быть, ты заберешь? Я хреново стреляю вообще. Оно и заметно, да. Да. Ну, давай. Может, ты хотя бы инферно пистолет возьмешь? Но, не, но, не, конечно. Я не притронусь к этому дерьму. Ладно, дед, ты что берешь, давай? Он ничего не берет, он говорит. Нет, дед, в смысле... А, вот этот. Другой дед. Извините, путаюсь. Ой, господи. Ну, смотри, я все-таки не капитанских всяких этих ваших. Ну, пистолет возьму, вдруг пригодится. Давай, я шашку-то заберу, если что, выкинем потом. Беру, короче, себе силовый меч тогда. Давай. Попомните или, может, мои это... слова. Я слышал там сказки, которые мне на ночь рассказывали. Ангелы императора ими могли двери вскрывать, да и космические корабли. Может, и нам что придется. А так, пойдем, пойдем. Пригодится. Если что, выкинем, да и не было ничего. Короче, у кого что? У меня дробовик, получается, и силовой меч, у Лёхи инферник. И, ну, и лазган. Там в револьвере эти патроны остались еще. Два. Дай мне его. Ладно, даю ему револьвер. Дрон сел, и вы можете отправиться к нему для того, чтобы его залутать. Угу. Отправить к себе на корабль. У него есть площадка, на которую он садится. Она, если вы посмотрите на карту, она находится левее вот капитанской каюты, а ваш корабль ниже капитанской каюты, южнее. Окей, вот. Круто. Да, корабль, как мы помним, метрах там в 300-400 встал. Вот. А площадка, она прям близко. Вы выходите через потайную дверь капитанской каюты. Ну, она изнутри никакая не потайная, она только снаружи потайная. Видите справа от себя севший дрон. Это довольно большое устройство размером, наверное, с легковой автомобиль. Примерно вот такого размера, но состоящее в основном из тонких дюралевых деталей. Вероятно, вам удастся его каким-то образом доставить до своего корабля, но не вручную. Но самое интересное, что вы наблюдаете, когда выходите из каюты, это то, что рядом с вашим кораблем стоит еще один неизвестный вам корабль. Вдруг это инквизиция с нами? Бросайте дерьмо это. Я вам говорил. Солдат милитари тренинг, бросьте, пожалуйста, сударь мой. Ладно, поехали. 82... Ну, наверное, нет, потому что милитари тренинг у меня плюс 10 всего. Угу. И это даже если это интеллект, то интеллект у меня 43, то есть типа 53-82. Угу. В таком случае можно попросить еще бросок мистицизма? Ой, давай. Давай. Это тоже интеллект? Да, это интеллект плюс мистицизм. Да что ж такое-то?
65 это мистицизм. А, и теология, и мистицизм плюсуется, да? Или только мистицизм? Нет, только последний. Только последний. Так. 15 это типа 58, 65, нет, тоже. Ну, единственное, что тебе удается понять, что это не инквизиторское судно. Уже неплохо. Уже неплохо. Так, ну, по крайней мере, это не... Кажется, это не хозяева того, что мы взяли. Но какие-то подозрительные. Что-то я не узнаю корабль. Слышь, умник, может, ты это... Ты вон много книжек своих читаешь. Может, ты скажешь, что это корабль? Я могу опознать его реально? Давай попробуем по интеллекту. С disadvantage, если ты помнишь. Да-да-да, два броска. Так, интеллект чистый тут, наверное, да? 64, да, у меня. Так, это что, 62? И второй бросок? Второй бросок. 61. Хорошо. Ты видишь, что судно вооружено. То есть у него есть корабельное вооружение. То есть это вроде как должен быть боевой корабль. Но сам класс корабля не боевой. То есть он каким-то образом переоборудован в боевой, кустарным. Она это пираты. Это 100% пираты. Чё делать-то? Чё делать? Да нас... Ой. Да, они нас убьют здесь всех. Ну да. Вы видите, как из этого неизвестного вам корабля выгружаются вооруженные люди. Двое из них остаются дежурить у их корабля. Еще двое отправляются к вашему. А сколько всего? А трое отправляются по направлению к колонии, но пока что вас не видят. Они идут именно к колонии или к дрону? Не, они просто к колонии прям. Так, давай... Пусть эта хрень их сожрет. Пошлите в кают капитана, короче, и откроем все-таки хранилище. А, имеешь в виду вот этот, который... Подземное, спрятаться в подземном хранилище? Да. Я не знаю, по-моему, плохая идея. Они вооружены, мы... Они вообще нас увидели, так, кстати? Только я стрелять умею, вы нет. Нет, пока что они вас не увидели. Ну, пойдем тогда сначала зайдем в каюту, чтобы не палиться. Угу. Так, вы возвращаетесь обратно в каюту капитана. Как известно, дверь в каюту капитана снаружи выглядит вообще не как дверь. Поэтому напрямую к вам вряд ли, наверное, кто-то сейчас зайдет. Что вы предпринимаете дальше? Думать надо, думать. Может, все-таки откроем? Что сделать? Нам или прокрасться мимо них, как на свой корабль, но там есть люди. А мы знаем, сколько людей пошло на наш корабль? На ваш корабль пошло двое. Двое у них, двое у нашего. Но они же рядом. Они могут минимум надо убить четверых. Да ты? Какие шансы? Нулевые. Да, салага, тут только я убивал. Ты-то тут при чем? Ты вон так своим... я и говорю, нулевые ты шансы, дед. В книжках вообще. Дед, прими таблетки, я и говорю, что шансов нет. Давайте откроем это хранилище, мало ли что там может быть. А может их отвлечем этим, а сами мимо пройдем, а? Да как ты мимо-то пройдешь? Я откуда знаю, дед? Плана лучше нету. Ой, бог, император, помоги. Что тут происходит-то? Ну, вроде нормально все было. Ну, вроде уже даже почти пенсия. Ой. Скажешь? Денис, ты что скажешь? Я в растерянности. Я, короче, иду спрятаться. Иду к пульту. Иду к пульту, короче, этому компу подхожу, чтобы открыть хранилище. Ага. Никто тебе не мешает? Не, я все, не. Я стою, короче, я начинаю проверять оружие просто. Я понимаю, что, типа, ну, в любом случае все очень плохо. Я начинаю проверять оружие, типа, что все заряжено, все хорошо. Хорошо. Ты открываешь хранилище и видишь, как люк в полу этой же комнаты, одна из металлических панелей пола, с шипением поднимается вверх и сдвигается в сторону. И в темном провале люка виднеется тусклый и холодный синеватый свет, который освещает металлические ступеньки решетчатые, которые ведут вниз. А лестница, ведущая вниз, заканчивается у дверного проема, рядом с которым висит некий сканер. Полезли туда. Я, по крайней мере, точно лезу туда. Страха нет. Ну давай, я пока посторожу. Нет, я не буду оставаться один. Ну вот, я хочу выбраться отсюда. Все вместе полезли, давайте. Вместе идем. Хорошо, вы спускаетесь и находитесь в данный момент прямо перед дверным проемом, который не имеет двери, просто там
виднеется за ним некое помещение, но достаточно большое. С левой стороны в стене виден сканер. Вы что-то предпринимаете? Я достаю глаза, которые вынул из головы. Хорошо. И пытаюсь их просканировать. Предъявите ваши глаза. Да. Холодный металлический голос говорит: доступ разрешен. Вы заходите внутрь и видите над головой здоровенную турель, которая берет вас на прицел, но не стреляет. Помещение вмещает в себя несколько увесистых контейнеров. Если посмотреть внутрь, вы обнаружите, что там находится дорогое навигационное оборудование космических кораблей, и это действительно ценный груз, за который вы могли бы урвать неплохие деньги. Вот. И в глубине комнаты стоит окутанная паром и туманом криогенная капсула, индикация на которой говорит о том, что внутри присутствует живое существо. Сквозь мутное стекло и такой мутноватый стазисный гель с трудом можно разглядеть очертания обнаженного человека. А можно подойти и рассмотреть его вообще? Да, если ты подходишь ближе и рассматриваешь, ты видишь голову мужика, абсолютно лысого, с огромной инсигнией на лбу. Так. У него есть какие-нибудь дефекты, которые, ну, типа, ярко выражены на теле? Нет, за исключением огромного количества шрамов. Давай разбудим его. Так, надо включить этого. Это единственный шанс. Согласен. Во, да, во, будем его. Открываем. Давай, буди. Вы вскрываете капсулу, и с нее сливается в предназначенные для этого резервуары стазисный гель. Тело человека обмякает на какое-то время, потом он кашляет, выплевывая гель из легких, и через непродолжительное время уже стоит перед вами в практически полной прострации, но напряженный и такой собранный, как струна. Вот. И говорит: я не знаю, кто вы такие, но судя по тому, что вы меня освободили, вы не из тех, кто меня пленил. Да, тут мы обычные имперские работяги. Да, тут какая-то хрень, которая пыталась нас заразить, и пираты, которые прибегают. Мы выполняем свой долг перед императором. Мы описываем всякие эти свалки, вот это вот все. Мы, короче, просто описываем имущество, сюда прилетели, а тут вон и как. Ты вот тут и чудища какие-то, и пираты. Про чудищ немного подробнее, если можно. Да он какая-то штука непонятная, как не знаю, как студень, только здоровая, и прыгала на нас, и мы забывали, что она есть, пока ее не пришибли там случайно. Во, это вон этот умник застрелил, представляешь? А я думал, что он даже вилку в руках держать не умеет. Это какой-то паразит, господин, а? Никто из вас не пострадал, я надеюсь. Нет. Мы из себя какие-то хрени вытащили на медицинском столе, как личинки какие-то, вот. Что ж, мне нужно мое оружие. Шкафчик наверху с кодом 2478. Я запомнил перед моим пленением. Мы уже принесли его, господин. Да, мы, собственно, отдаем. Хорошо. Оружие. Ну, среди прочего, короче, барахла, он находит какую-то одежду, облачается в нее, берет свой силовой меч и пистолет и говорит: опишите, пожалуйста, вкратце ситуацию. С чем мы на данный момент имеем дело? Мы можем убраться с этой планеты? У нас есть корабль, но там сел корабль пиратов. То есть сел корабль пиратов. В наш корабль зашло 2 человека. 2 человека стоят на охране, и еще порядка 2-3 идут сюда к станции. Плюс на самой станции находятся какие-то странные паразитические организмы, которые пытаются что-то засунуть нам в рот. Ох... Ладно, разберемся пока с делами насущными. Пойдемте и дадим бой во имя императора. Во имя императора. Е-ей! Слава императору. И вы видите, что он, короче, на полном серьезе, просто прямой как палка выходит, короче, по лестнице вверх и собирается идти и раздавать еретикам. Сейчас, подожди, я отдаю ему флаг армор. Но он, типа, он не принимает его. Ладно, жаль. Он говорит, что, типа, император меня защитит. А стимпак, может быть, стоит применить до боя? Ему. Если желаете. Да, он желает, я предлагаю ему.
он говорит, что, типа, обычно я отвергаю такие вещи, но на данный момент мое тело требует поддержки. И забирает у тебя один стимпак, и тут же им ширяется. Уже неплохо. Да. Я стараюсь идти в конце всей этой... Господин, может быть, у нас есть какой-то план? У меня есть этот... Я служил в СПО, я могу выполнять приказы. Хорошо, в таком случае вот мой приказ. Иди и убей их, солдат. Отлично. И он... Ну, вы понимаете, что он выглядит несколько безумно. То есть то ли из-за его как бы... функции и этого самого инквизиторской и работы, да, такой, прямо скажем, нервной, то ли сам по себе, он такой вот несколько такой вот, как бы, взвинченный такой, как бы, накокаиненный такой товарищ. Mm-hmm. Вот. И тем более под действием стимулятора. Вот. И да, он прям хочет идти, короче, в лоб. Кто мы такие, чтобы мешать ему? Кто мы такие, чтобы мешать инквизитору? Да, короче говоря, он открывает дверь капитанской каюты и видит, что удаляются, получается, в сторону электростанции, удаляются три фигуры, которые подходили, они обходят станцию, чтобы зайти там через ангар, видимо. Угу. Вот. И он кричит, что смерть еретикам, и моментально открывает по ним огонь. Они... Один из них падает и умирает. Еще двое занимают какие-то позиции и стараются навязать затяжной бой. Есть для того, чтобы тут же не лечь. Ну да, там есть, короче, складки местности, в которых можно укрыться. Люди у корабля видят, что начинается стрельба. Они тоже придвигаются ближе, занимают позиции, стараются как-то поразить врага. Бой становится несколько сумбурным и... Давайте бросим инициативу. Так, мне два надо делать. 35. Второй. Это что? Это что за число? А, 36. У меня прошел, да, 39 у меня. У меня 99, короче, я, получается, не прошел, остальные прошли. Да, ты ходишь. Да, ты ходишь последним. Кто-то выкинул, крит какой-нибудь. У меня еще стресс-тест уже есть. Точнее, фир-тест. Да, бросай фир-тест, и если ты не прокинешь, ты не действуешь в первом раунде. 74. Да, ты вообще не действуешь в первом раунде боя. Так, первым действует тот, кто кинул больше, но меньше своей инициативы. Это кто? У меня был 36, получается, худший результат. Денис? 40. 40. Значит, Денис действует первым, вторым действует Михаил, дальше действует Инквизитор, потом действуют враги, а потом действует Алексей. Не, я во втором. Ну, да, уже. Да. Угу. Денис? Я пытаюсь укрыться просто и беречь патроны. Угу, хорошо. Не предпринимаешь никаких действий. Ну, активных нет. В целом, для тебя есть две цели, в которые ты можешь пострелять. Это те ребята, в которых стрелял Инквизитор. Они, ну, насколько я могу оценить, что я вообще попаду в них или нет. Ну, то есть, в смысле, если они как-то укрываются где-то, я не буду стрелять. Ну да, конечно, они укрываются. У меня всего два патрона, я, пожалуй, оставлю на... Хорошо. На что-то. Так, Михаил? Так, а если я применю стимулятор, то это действие будет, да, какое-то? Да, это будет одно действие, и за второе ты сможешь пострелять. А, я смогу. Тогда я себе вкалываю стимулятор, чтобы комбат себе поднять хоть немного. Ага. Так, я восстанавливаю здоровье на 2d10, но, видимо, мне надо 3 всего лишь восстановить до капа, да, опять? Ну да. Больше стартового нельзя восстановить. Ну да, я выкинул 2,6. Uh-huh. И на 1... А, на 2D6... Ой, на 2D10 я повышаю комбаты и стрэндж, да? Uh-huh. Так. Uh-huh. И это 4,9. 13. Плюс 13 комбату и силе. Uh-huh. Хорошо. Окей. Стреляю. Ну вот, видимо, цели у меня такие же, как и для Дениса, да? Да, определенно. Угу. А, у вас троих одни цели, а у солдата он смотрит в тыл инквизитору. Угу. Точнее, ну, от инквизиторского тыла вперед. Тоже занимаю позицию хоть какую-то и стреляю, угу, видимо, из своего дробовика, да? И... Рот, погнали! 11. Так. О, это второй, выкинь не больше. Стоп, да. И... 22. Хорош. Так, я просто забираешь кубы.
конкретно? Да, ты выбираешь любой. Соответственно, это критический урон. Ты видишь, как ты прям прицельно из дробовика, короче, стреляешь в тех двоих, в одного из них. Вот. И он падает навзничь за бугор. Его больше не видно. И пока неизвестно, что с ним конкретно произошло. 2d10, да? 2d10 у шотгана, да. Ой, это у нас что? 7 и 7. Я только пару кидаю. 14 урона. Хорошо. Так, следующим у нас действует Инквизитор. Инквизитор, короче, просто старается максимально сократить дистанцию для того, чтобы разорвать, короче, еретика в ХТХ. Вот. Бежит и, размахиваясь своей саблей, прям рассекает чуть не надвое, короче говоря, оставшегося там третьего. Вот. И потом вы видите, как он просто поворачивается и стреляет куда-то в пол. Очевидно, в того, которого не добил Михаил. Стреляет в последнего, прекращая его мучение. На том фланге больше никого не остается. Теперь люди только со стороны корабля. Те двое, которые шли к вашему кораблю, они обратно бегут к своим тем двоим, соединятся с ними. И вчетвером хотят к вам немножко приближаться, но один из них издалека кричит: «Эй, вы, мать вашу, хватит убивать моих ребят! Давайте договоримся! Ваши жизни не стоят столько, сколько есть в этой ссаной колонии!» Мы можем что-то делать, да, сейчас? Да-да-да. Сейчас действует, собственно, солдат. Что ты отвечаешь на это? Я хотел бы ответить гранатой, но, я, к сожалению, не могу, потому что я ничего не делаю в первый раунд боя. Она слишком далеко. Ты можешь что-нибудь ответить словами или там чем-нибудь? Я не знаю, короче, что покрикнуть, поэтому я просто, ору, иди в зон. Короче, ты ничего не сообщаешь. Я ругаюсь просто, пошел нахрен. А, понятно. Не отступать и не сдаваться. Да. Наступает следующий раунд боя. У нас вся та же самая инициатива. Действует Денис. Я кричу: «Договорись с инквизитором!» скажи это инквизитору. Да. Тем временем действует дальше этот самый Михаил, пожалуйста. Я могу и крикнуть, и выстрелить, правильно? Крик — это действие просто. Без действия, просто свободное. Ага. Кричу им: «Придурки, вы напали на инквизитора!» И стреляю из дробовика все равно. Я могу достать из дробовика? Да, но очень сильно на удачу. Там... Нет, даже с этого расстояния, наверное, не можешь. Не могу, 30 да. метров, максимально. А транквилизаторным пистолетом могу? Не-не-не, он там вообще в 10, наверное, метрах. Ну тогда, видимо, я ничего не могу сделать, просто жду, пока сблизится они, да. Да, вот, инквизитор в свой ход движется, разворачивается оттуда, где убил только что двоих, движется и бьет Дениса рукоятью меча и говорит: «Еще раз начнешь договариваться с врагом, я насажу тебя на эту штуку и показываю тебе, короче, наэлектризованный силовой меч». Я в ужасе. Ну вот. Мимо Михаила проходит и такой, знаешь, хлопает тебе по плечу, ничего не говорит. Просто такой, да, хлопнул, короче. И идет. И подходит солдат и говорит: «Дай гранату». На. Берет гранату и просто идет, короче, в открытую. Практически, то есть не укрываясь за укрытиями, в него начинают стрелять, попадают один раз, но, видимо, не смертельно, куда-то в бедро, и он падает, короче, за этим самым, с гранатой в руках, никуда ее не бросив, потому что очень далеко. Действия врага. Враги такие: «Мы, кажется, договорились с вашим инквизитором. Вы уверены, что не хотите просто отдать все миром?» Лёхин, да, сейчас? Солдат, да. Солдат. Да, Лёха. Так, окей. А насколько далеко... Инквизитор, у него зажата была граната в руке, правильно же? Да, он не выдергивал чеку, он просто взял ее в руку и насколько далеко я нахожусь? Я могу добежать до инквизитора, взять у него гранату и кинуть в чуваков? Да, только пройди, пожалуйста, фир-тест. Окей. Мне кажется, не получится. Да хрен его знает.
50, это больше, чем 30 мои, поэтому я не прошел. Я, видимо, типа, постоянно стою, да, или что это? Давай не будем делать так, что это обозначает, что ты постоянно вообще стоишь. Просто мы примем решение, что ты сэканул бежать под огнем врага. Ты можешь просто пострелять в ответ. Окей, тогда... Да, отлично. Там есть укрытие, чтобы я в укрытии... Да, ты находишься в укрытии, там камни всякие. Окей. Да. Я проверяю, что стоит огонь одиночными, и начинаю стрелять в тех, ну, типа, стреляю в того, который ближе всего к инквизитору. Хорошо, бросай. Тактика тут не играет роли, видимо, никакой. В данном случае нет, но если хочешь, ты во время, ну, типа, во время боя за тактику можешь прокинуть ее и придумать какой-нибудь классный маневр. Если прокинешь, то он прокатит. Ага. Но пока я никаких классных маневров особо не этот... Не в состоянии, я думаю, учитывая, что у меня еще и провальный фертест. Поэтому я кидаю просто 64 и меньше. Угу. Да что ж ты будешь делать? 81. Ну, ты напугал кого-то своим фонариком. Ага. Этот кто-то прижался там к земле и, ну, не пострелял в инквизитора, но ты, ты тоже никуда не попал. Дары слишком, вот. Извините. На следующий ход действует Денис. Так, а насколько они далеко-то, я не понял. Инквизитор сейчас от тебя метрах в 30, те постепенно приближаются, и уже, наверное, метрах в 100, короче, от твоей позиции, посередине между вами находится инквизитор. А там есть какие-то, типа, укрытия между нами, которые можно перемещаться? Да, полно как-то всего, можно спокойно перемещаться от укрытия к укрытию, там прям каменистый такой ландшафт у вас. А к кораблю как-то какой-то нашему есть более-менее проход обойти? Только мимо них, или большой крюк. Такой, это, блин, визитор, невозможно положиться даже на них. И перемещаясь, я действие использую, я могу переместиться, да, пострелять. Да. Давай действие. Походите, пострелять, или походите, или постреляйте, пострелять. Я, короче, перемещаюсь за этими укрытиями и прицеливаюсь там в самого ближайшего. 0,8. Отлично. Бросай урон. Типа 2d10? Или что? Сейчас револьвер. 3d10 у револьвера. 3d10. О май. It's high moon. Стрельба на 125 метров. Just a roll. Это МакКривер. 7. Да-да-да. 3, 0. Ну, 10. 20. 10 урона, да? 20. Нет. Ага. 20. 20? 7, 3, 10. А, да, 20. 20 урона. Ты попадаешь к какому-то вражескому товарищу прямо в бок. Он хватается за рану и падает и обмякает. Слегка подергивая ногами. Очевидно, он жив, но вряд ли боеспособен. Угу. Мой ход, да? Да. А инквизитор лежит за каким-то укрытием, да? По идее, хоть. Да, он упал в какую-то ложбинку, и его не видно, потому что вы прикрываете его огнем и там периодически отстреливаете кого-то. А я могу, в принципе, добежать до него и сунуть ему обезболивающее в рот? Давай. Да? Да, можешь. Да, можешь, но это опасно, по тебе постреляют. Понятно, да. Давай, я со словами... Я хотел изучать космос, а в итоге это... Выбегаю к инквизитору. Бросай свою скорость, а я брошу за врага комбат, и мы сравним результаты. Окей, это тоже как с дисадвантажем, да? Два броска? Или один просто, да, чистый? Да, нет, два, все с дисадвантажем. У тебя до конца игры все с дисадвантажем. Сейчас мне в рот что-то прилетит. Обязательно. Уже прилетело. 18. Ага. Блять. Давай. Не хочу пулю в лоб. И 21. Отлично. Ты выскакиваешь из своего импровизированного окопа, несешься на всех парах, короче, несешься к инквизитору и видишь, как, короче, этот вражеский пиратский этот солдат встает со своим автоганом,
стреляет, и у него осечка. И он такой, типа, он начинает дергать вот так, он перезаряжать, короче, что-то. И у солдата, и у Дениса появляется возможность в него пострелять. Воу. Он просто крит-провал кинул. Отлично. Так, Денис, давай ты первый. 1, 3, 13. А, ну это если ты хочешь, у тебя все-таки один патрон остался. Да, 13. Что-нибудь еще нужно? Нет. Ну, урон. Ты попал, урон теперь, да. 9, 7, 10. Угу. Пуля попадает ему в плечо, и он, короче, залегает. Залегает. Последний оставшийся из врагов говорит, ну, видимо, решает, что быть мертвым вообще невыгодно, и они отступают к кораблю. Вот прям отступают, в смысле, они в корабль уходят свой или чего? Да, 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 они просто убегают и закрываются внутри своего корабля. Но на нем есть вооружение. Ну, на нем есть вооружение, но оно вряд ли действенно для наземных операций. Ладно, это окей. Вооружение для штурма торговых кораблей, ага, скорее. Ну, отлично. Михаил тем временем добегает до инквизитора и что делает? Сую ему в рот обезболивающее. Ага. Он говорит: благодарю тебя. Жрет обезболивающее. Через какое-то время ему становится легче. Бой в целом уже закончился. Он говорит: в наши задачи, очевидно, входит сбить их корабль. Немедленно. То есть да, но вообще... чем? У него смертный пистолет. Мы типа, он говорит: видите вот этот дрон? Как удачно, что он здесь. Мы поднимем его в воздух и врежемся, короче, в их судно. Чтобы они не смогли покинуть планету. Мой господин, можно хороший план. В них измельта пистолета, и тогда, типа, это будет наверняка. А этот зонд может послужить Империуму еще. Боюсь, у них есть огнестрельное оружие, и если мы приблизимся, они откроют огонь снова, говорит инквизитор. Это, конечно, логично. Со словами... Чего ты не останавливал? Со словами слава императору, я иду просто к обратно к кают капитана, к пульту управления. Согласен. Я, собственно, занимаю позицию и смотрю в сторону этого корабля, чтобы в случае того, если они откроют, опять, собственно, пандус этот опустят, чтобы я по ним стрелял. Пираты, не будь дураками, постепенно запускают двигатели своей тачки и просто взлетают и уходят. Неизвестно, улетели ли они в космос или просто переместились куда-то дальше на этой же Луне. В общем, куда-то они отправляются. Остаетесь только вы, инквизитор и дрон. Я полагаю, вы пользуетесь грузовиками для того, чтобы погрузить все оборудование, которое хотели погрузить. Вы успешно отбили вражескую атаку, успешно справились с инопланетным чудовищем. Вы приходите, наконец-таки, кто-то раненый, кто-то обосравшийся, приходите на свое судно, когда уже его грузовые отсеки забиты под завязку дронами и всевозможным оборудованием. И видите, что сервитор, который вмонтирован в кресло пилотское, то есть он вообще никуда не двигается, это половинка человека, которая вмонтирована просто в кресло и управляет кораблем по программе. У него изо рта вот так вот на его брюхо уродливое льется кровь. Да ёба, народ опять. Да что такое-то, ну... Как это выглядит, типа, ну, типа, что мы можем там внешне определить, можем, насколько вообще... Есть какие-то... У вас все еще есть медсканер. Повреждения. А, он с собой у нас. Да. Я думал, что он в этом. Давай, беру медсканер, сканирую. Сканируешь и видишь, что эта штука пытается развиваться внутри сервитора, но, очевидно, гибнет там. Потому что нет никаких, короче, успешных у нее... Ну, типа, никакой возможности в этом полумеханическом теле развиваться. А мы сможем кораблем вообще управлять без сервитора?
А он не выключился. С ним все нормально, он просто ублевался кровью немного. Ага. То есть это что-то умрет, да? Да, она просто умирает в нем, потому что ей нечем питаться. Отлично. Тогда лучше это не трогать. Да. Да. И вы становитесь перед последним в этой игре выбором. Ложится ли вам в гиперсон, ну, типа, не, ну, не в гиперсон, а, типа, лететь на самом деле неделю. Будете ли вы ложиться в криогенные? Ну, нахрен, я уверен, у нас на корабле эта срань еще завелась. Согласен, я не буду ложиться, будем по очереди нести вахту. Да. Ага. А инквизитор с нами, да? И лучше по двое. Инквизитор с вами. И теперь вопрос, говорите ли вы об этом инквизитору? О чем? Типа, что у вас, возможно, на корабле вот это вот... Нет. Инопланетная дрянь. Нет. Хорошо. И, возможно, это спасает вам жизнь, потому что инквизитор ложится в гиперсон, и теперь, как бы, дадите ли вы ему долететь до конца? Ну, я бы дал. Не-не-не. Инквизитор. Это жизнь дороже. Послушай... Вот. Не, ну он сомневается, но это слуга императора. Вы чего? Да мало ли, он же сумасшедший. Да и что? Ты себя не видел, как он? Он служил императору получше нас всех, вместе взятых. Да если бы не мы, он бы уже умер. Возможно, дважды. Но тем не менее, он превозмог. Он пример для подражания. Ты что? Нет, для него, что мы, что пираты, это вообще пофиг. Подумай, дед, подумай. Посмотри, сколько вокруг нас сейчас сокровищ тут. Мы столько увезли полезного. Все, мы все это сбудем. Ты же наконец-таки на пенсию сможешь выйти, дед. Да я в последний раз хотя бы послужу императору. Нет, зачем? Дайте ему долететь. Где-то внуков понянчить. Кто будет нянчить внуков? Да нет у меня внуков, ну. Ну будут. У тебя будет молодая жена, дед, успокойся. Я, в общем, я против этого решения. Я хочу, чтобы инквизитор, типа, инквизитор защищает нас, весь империум от бесконечной тьмы. Он все, уже спит. Нихрена себе, что-то я выстрелил. Выстрел да был какой-то. Да, ну правда, за окном. Вы чего? Как вообще о чем-то можно помыслить? Он должен добраться до своей короче, Аверий. Давай его в шлюз и все. Давай. Просто что мы. Может, его в космосе кто-нибудь найдет в этой капсуле, а? Я против. Вы поняли, да. Мы два против одного. У нас голосование должно быть или что? Я думаю, что. Здесь нет никакого смысла проводить голосование, потому что оно уже прошло. Ну вот, в целом понятно, кто за и кто против. Остается только вопрос, кто победит. Я предлагаю каждому из вас сейчас совершить один ход по инициативе. Один. Давай, Михаил, бросаем инициативу. Давай. Так, у меня все еще дисадвантаж, да? 0,8. Да. Господи, ну я никогда не кину. Денису 0,8. 11. А, стоп. А я кидаю скорость ведь, да? Да, ты кидаешь скорость. Да, ну, в общем, нет. Это у меня... 11 и 33. Ну, видим, 33 у меня. В общем, поскольку такое поведение твоих сопартийцев показалось для тебя крайней неожиданностью, ты вообще не знаешь, как на это реагировать. Ты не думал, что они перейдут к активным действиям. И, к сожалению, тебе никак не удается помешать им выкинуть инквизитора в космос. Да. Инквизитор. И вы... Да, вы просто машете ручкой удаляющейся капсуле в какой-то где-то там. Пока, дядя инквизитор. Да, ну что ж, на этом я считаю наши посиделки на сегодня оконченными. Что большое спасибо произошло? За игру. Дальше вы... Молодую жену расчехляй. Да, просто полетели домой, сдали оборудование и не задавали лишних вопросов. Наше небольшое приключение по системе Mothership во вселенной Warhammer 40 косарей подошло к концу. Честно скажу, это был немного производственный ад. Мне пришлось целую кучу всего сделать самостоятельно, например, изготовить стенки и вот этих декораций, которые вы могли наблюдать в видеороликах, перекрасить кучу
террейна, перекрасить сами эти стенки, перекладывать туда-сюда поля. В общем, съемок было как в кино практически. Даже космический корабль, который вы могли наблюдать в первой части, мне пришлось изготовить самостоятельно и снимать на гринскрине. В любом случае, это был интересный опыт. Большое спасибо, что посмотрели этот контент. Надеюсь, он вам понравился. Ну а пока, если вы до сих пор этого не сделали, подпишитесь на наш канал и до новых встреч! Ты лайк поставил и подпишись.